Нежданно-негаданно Адам Драйвер превратился из фриковатого парня в сериале «Девочки» в нового секс-символа. Актер стал лицом нового парфюма «Барбари». В рекламном ролике Адам превращается в кентавра, и многие пользователи сети уже успели наделать из этого множество мемов. Самые последние новости о знаменитостях у нас на канале. Подписывайся и ставь лайки.